Фестиваль «Зеленый» в Абакане, в парке культуры и отдыха, начинается с проблемной парковки. За три квартала машину некуда поставить. Все забито, народу очень много. Пойдем посмотрим, что там и как там. На коняшках покатаемся. Любимая забава детворы и не только, фонтаны. Народу очень много, некоторые уже раскрашены. Очень много детей. Не знаю, дойдем, не дойдем сегодня. О, можно на паровозике доехать. Карусельки различные. Множество аттракционов, перекусить можно, очень много народу, очень много. Из минусов то, что я не взял головной убор, солнце жарит. Вот такие вот у нас приехали китайские же полицейские или японские? Японские полицейские! И что там с аниме, да, у нас девочка? Ниоткуда! Я вокалаюсь. А? Она поет, короче. А цвет это парик все у тебя, да? Глаза, линзы, ё-моё. Дай мне поносить свои глаза. Молодежь развлекается как может. Развилка. Прямо пойдешь, коня потеряешь. Влево пойдешь, по морде получишь. Направо пойдешь, деньги потеряешь. В общем, где-то покушать можно, где-то развлечься, а где-то просто потеряться. Народу, мой кошмар. Давно столько людей не видел. Как будто день города сегодня, хотя он еще не скоро. Смотрите, молодежь лютует, давай. А что не в лицо-то? Все, у меня зеленое пузо. Пойду дальше искать, кто меня обсыпет, в лицо метнет. Все, сейчас меня девчата еще красным засыпят. Давайте. Попало, нет? Не попало. Мало, надо еще искать. Кто может обсыпать сегодня красками? Давай обсыплю. Давай. Как-то это слабо. Давай в лицо. Да. Давай. О, наконец-то. Тьфу, вкусная какая гадость. Ну все. А так пойдет. Нормально. А это кто, питончик или кто? Удав. Удавчик? Это он маленький. До скольки он вырастет? До каких размеров? До 2,5, наверное. До 2,5 вот этот питомчик у нас вырастет. Как его зовут? Кеша? Нет, это Горыныч. Горыныч? Ну ничего себе. Горыныч, давай. Горыныч, позируй. Красавчик Горыныч. Ну все-таки, может, кто-то в меня сейчас нормально обсыпет. Давай. Попал, спасибо. Пойдем дальше. Первый раз, честно скажу, меня так обсыпают этими красками сухими. Я надеюсь, они отстирываются. Наши каратисты тоже сегодня развлекаются. Так, у меня очки, я через них ничего не вижу. Надо будет очки протереть. Все, мы все красавчики. Пошли дальше гулять. Кирюха похудел, красавец, красавец. Живая музыка здесь. Ну каких только гостей нет на фестивале «Зеленый». Подходит ко мне, значит, молодой человек и говорит, как со старой знакомой, как с доброй приятельницей. А я понять-то не могу, кто такой. Потому что сегодня зеленый, сегодня фестиваль красок Холли. И у него потрясающий макияж, который наверняка его сделали в процессе веселья какого-то. Можем, да, Вячеслав? Обняться. Да, 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 да. Можем обняться, я могу вас обнять. Обниматься сейчас будете со своей женой, потому что здесь у нас соединяются сердца, здесь у нас признаются в любви, и здесь у нас говорят друг другу «да». Я вас приглашаю пройти сюда. К нашей чудесной арке.
Вы знаете, браки заключаются либо официально, либо для души. И вот сейчас как раз выездная церемония для прекрасной пары, для Вячеслава и Светланы. Скажите, пожалуйста, давно вы вместе? Да. А вы, Светлана, как считаете? Ну да, 7-й год уже. 7-й год. Для кого-то это совсем-совсем маленький промежуток времени, для кого-то это уже целая жизнь. 7 лет, семья, мне кажется, это очень символично. Именно сегодня я хочу спросить у вас, Вячеслав. Согласны ли вы заботиться, беречь, уделять внимание, дарить цветы, шубы, водить в рестораны свою супругу Светлану? Ну да, это все сейчас и происходит, кроме шуб. Кроме шуб и кроме шуток. Шуба у нас к зиме обязательно должна быть. Скажите, готовы ли вы защищать ее от хулиганов и делать кия? Она сама может. Синий пояс по карате. Насколько я знаю, ваша Светлана инженер-строитель. Я думаю, что она может построить абсолютно всех хулиганов так и довести до вас, где вы с ними можете удачно расправиться. Это так? Абсолютно правильно. Но пока Светлана занимается делами поважнее, она воспитывает вашего прекрасного ребенка. Это еще один символ вашей любви. Я думаю, что ему будет очень приятно пересматривать это видео, на котором родители сказали друг другу правильный ответ на вопрос. Согласны ли вы всегда любить, беречь и заботиться о Светлане? Да. Светлана, согласны ли вы готовить плов, любить, беречь, обнимать, целовать и делать массаж Вячеславу? Да. Друзья мои, я считаю, что этот прекрасный повод сегодня, 8 июня 2019 года, здесь, у прекрасной реки Абакан, на площади фестиваля «Зеленый» и под голубым небом Хакасии, объявить вас мужем и женой. Мы вручаем вам свидетельство о том, что сегодня вы еще раз сказали друг другу «да». И от всей души желаем, чтобы никогда, ни в коем случае, у вас не было других ответов на вопросы о просьбе и помощи и любви друг к другу. Будьте счастливы, цените каждый момент, который проводите вместе. Спасибо. Целуйтесь, обнимайтесь и рожайте еще детей. Дети спасают Васю. Органы пришивают куда надо. Где сердце у Васи, Кирюха? Ну, допустим. Сейчас мутантов много разных. Сначала пробуй сам. Потом, если что, подскажу. Это у нас печень. Где у нас печень? Куда ты бьешь по печени обычно? Ребятишки расписываются за я за донорство, да, а я вот уже почетный донор России, не все об этом знают. Правда, это не очень полезно для того, кто является донором, но полезно для тех, кому это необходимо. А здесь дискач! Саша Селезнёв, туда ищет друг Серёжа, слева от нашей сцены.
Саша Селезнев, кидающий друг Серега. Вот он слева стоит. Найдись, пожалуйста, Саша Селезнев. Хотел сейчас какой-нибудь дёнера взять, что-нибудь перекусить. А как вы видите, там такие очереди, я не знаю. Я, наверное, постарею, пока дойдет моя очередь. Пойдем дальше искать. Может, какой-нибудь... Что-что? Или фестиваль уже кончится. Да, или, как гласит детский разум, скоро фестиваль закончится, чем быстрее. Или похудеть. Надо похудеть, я уже похудел, шорты спадают. В общем, я не удержался, заказал себе пловчик и пару шашлыков. Всем приятного аппетита. Все, сегодня у нас проходит зеленый марафон. Мы здесь с вами празднуем этот прекрасный праздник. Я веду свой блог с интересной площадки. Вот он этот зеленый фестиваль. Вы уже видели, какие тут площадки. Это не все, я не смог все обойти, ну, по максимуму, куда успел попасть. Даже участвую теперь в розыгрыше 100 литров бензина, а сейчас такой дорогой бензин, думаю, пригодится. Меня, видите, всего выкрасили, скрасили, открасили, и не только. Поели мясо, поели пловчика, погуляли, пообщались, нас еще раз женили. В общем, день на позитиве, энергичный, жизнерадостный. Живите, ни в чем себе не отказывайте, не делайте себе никаких ограничений в жизни. Радуйтесь жизни, занимайтесь обязательно спортом. Любите себя, любите природу, любите Родину. Всем пока-пока!